После потасовки между гражданами и красными беретами на улице братьев Алиханян в Ереване, 4 человека подвергнуты приводу. Как передает «Взгляд АС» со ссылкой на армянские СМИ, об этом написала на своей странице в Facebook участница акции протеста на упомянутой улице Лусини Григорян. Она упомянула о том, что одна из подвергнутых приводу Седа Григорян сейчас находится в маштотском отделении полиции. Как сообщили в пресс-службе полиции Армении, стражи порядка подвергли приводу 4 человека за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях республики, невыполнение законного требования служащего войск полиции. Ранее сообщалось, что в Ереване 20 августа произошел инцидент между протестующими гражданами и полицейскими. Жильцы дома номер 6/1 по улице братьев Алиханян, в народе более известно как Физгородок, вышли на акцию протеста против строительства 14-этажного здания по соседству с небольшими домами. Огромное здание не только не вписывается в архитектурно-строительную композицию района, но и попросту заслонит маленькие дома. Жильцы дома настаивают на том, что строительство попросту незаконное. Разъяренные полицейские дошли до рукоприкладства, в том числе в отношении женщин. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.